Приветствую! Вы смотрите канал Максимадзе, и вместе со мной играет Лёха и кто еще? Мы вас не звали, Вики. Короче, Юрец с нами сегодня играет. Поздоровайся, Юрец. Салам алейкум. Да. Мы с ним уже. Мы с ним уже играли в пятом выпуске, по-моему. И в четвертом, кстати, тоже. Но в четвертом он не говорил. Лёха, чё у тебя... А, что это за... Кто это? Так, ладно, я отвечу немного позже, мы с Фейсбуком сейчас записываем. Знаешь, как это? Кринж или рофл? Давай, запускай. Короче, у нас сегодня снова борьба против Юрца. Я играю в КС только 3 минуты. К сожалению, на Dust 2. Почему к сожалению? Да потому что мне хочется записывать разные карты. На Dust 2 мы уже 2 раза записывали. Молчание. Честь победы Нави и поражение G2. Давай, давай, грузись, короче. Загрузка у нас идет. Давай, давай, грузись. Грузись. Быстрее. Но. Давай. Мне это обрезать, что ли? А, они там уже стреляются, офигеть, у меня все еще грузится. А у меня тоже. Это я стреляюсь. Лёха, это знаешь вот этот прикол, когда машина из Need for Speed Underground 2 забирается? Ну понял. Ну. Вот так вот. А вы что, серьезно хотите со мной домой? Да, хотим. О, смотри, я сейчас выбегу сюда, тебя... Опа! А, сейчас. Что-то подглючило у меня немного сейчас. Сейчас только что-то включил. Блин, не, вот не надо, Лёха. Да, это что, шуток не понимаешь? Да, и понимаю, конечно, но это я так... Ну что сразу взять? Два берета, 250 тек или дикл? Я это USP возьму пока. А вольдюсь. Он очень. Он хорошо урон наносит. Конечно. Он просто без задачи практически. Ну это да. Но так... с него зажимать лучше не мне надо. Но мне с ним даже везло немало, блин. Ну у нас Юрец просто офигенно стреляет. Он у нас вообще профи. О, видите? Я просто вышел на лонг, ну. Да. Вас, например, вам надо хотя бы звание апнуть какое-нибудь. Хотя бы 5 игр вот потратить, чтобы у вас было звание, чтобы я хотя бы понимал, с кем я играю, а не с нулевым сильвером. Мы вчера с Лёхой, кстати, в CSGO играли против другого Лёхи. Мы его там уделывали, когда... играли, и он там вообще, короче, охренел. С ума сошел. В конце. Микрофон отрубил. Блин. Ну вот он уже. А что зависло-то? А у меня что-то тоже, кстати, лагает. У меня что-то ТП-шка есть. Лёх, у тебя пинг. Ты создавал, не дергай эти. А у тебя Юрец не лагает? Максимат, ты когда стреляешь, ты не двигайся хотя бы. Да блин, у меня лагает вообще. Вот сейчас все нормально. Подожди. Да, что-то у тебя пинг поднялся. 45, у меня лагало, да, сейчас мне ТП-шкало туда-сюда.
чуть пинг не опускается. Поэтому немножко неудобно было. Ты же видишь, да? Чек не дал. Фу, да. Вообще таешь. Ой. На нафиг. А вот это имба, не, не. Пинно. Кто покупает нинь? Я. Потому что я ничего другого не мог купить. И Макси. Макси я тоже мог купить, но это для ближнего боя лучше. А Юрец хоть с какого может убить боя? Хоть ближнего, хоть дальнего. Потому что Юрец огурец. Вчера апнул 935 час. Ой. Я такое чувство, что он там не пойдет. Хотя, кто его знает? Я там пойду. Ёб твою. Нифига себе, что с одного выстрела, что ли? Ну, да я испугался. Блин, я что-то среагировать не успел. Это было очень неожиданно, на самом деле. Да, мне, кстати, тоже. Это неожиданно, эта позиция. Нет, а почему так четко пули летят? И почему потому ты... что это позиция. У меня скилл, алло, 900 часов. Около... Ну, ты понял. Не, ну почему именно так четко пули именно туда летели? А, ну, если прицел ложится четко на голову, конечно, пули полетят четко. Ну, у меня у калаша дача. Ну, у меня, типа, они то вверх, то вправо, то влево. Ну, контроль, надо уметь контролить. Ладно, будем следить за негодяем нашим. Один с этой стороны, другой с той. Негодяй ТВ. О, вот это уже честность. Ну, я не ожидал. Я не ожидал вот такого. Вот таких приколов я не видел. Обычно у гуся я сразу это. И то вот поиграть в ММ, никто так в открытую не стоит, там наполовину стоят. Я не привык так выходить. Так. А ты что хотел? Блин. Я сегодня, короче, специально прогулял две последние пары в колледже, чтобы насладиться новой GTA-шкой. Ну, чувствую, когда год не ходил в колледж, а он реально год не ходил. А кто нет, не ходил? Можно сказать, да. Блин! Да это размен, так нечестно. Это, короче, один отвлекает, другой убивает. Так ты же сам говоришь, давайте, я вас двоих разбираю. Блин, ну чел, мне не такой же размен делать, но это бред. Тут давай без бредов, потому что ты сам просился, вот и все. Боже, ладно. Я помолчу. Ну, как знаешь. Максимация, не обязательно за мной постоянно ходить. А держаться вместе тоже полезно бывает. Ну, бывает, но. Работает, порой... как работает этим принцип. Один отвлекает, другой убивает. Боже, а где мой канал? Какой? Вау, щит. А, фак. Нет. Нет. Да на тебя фикс реагируешься. Бессмысленная граната только что была. Я хочу. Как жаль, что я не могу посмотреть, где Юрец ходит. Вон он стоит, блин. Вот я дебил. Но зовут тебя не Кирилл.
А чё ты останавливаешься? Да, и телефон отвлек просто. Какой телефон новый? На нафиг, зараза! В голову прям. Хедшот, бич! Чё, кто выйдет в двойные двери? Ну, блин, у меня нету опыта. Ладно. Я УГ, мне с ним очень везет часто. Просто не вдруг бери АУГ, все правильно. Это просто конкрет. Хотя нет, в принципе, там только отдачи и все такое. Вау, щит есть. О, 85 тебе просто протонул, у меня ноускоп не зашел. Ну ты мне, кстати, немало снес. Я тебе 85 снес. Я говорю, у меня я в тебя попал с первого раза, ты меня быстрее убил. Ну да, так и было. А ладно, вы пока что за КТ играете, типа. Какая разница, я все равно потом отыграю. Еще, ну конечно же, ты отыграешь. Как же ты можешь не отыграть? Опять мне телефон тикает. Вау! Ща! 33. Мне нравится, как Максиман себя думал, и вчера сегодня делал. Да. Во-первых, какого черта? Можно проанализировать ситуацию. Либо у меня пошел разброс, либо я не знаю. Хотя я прервал. Либо ты не умеешь играть. Я вчера сам угорал. Пацаны, вы куда пропали? В смысле? А куда Юра? Куда Юра пропал? Он отключился, что ли? Ну, видишь, его начало это все бесить. Ну, ё-моё. Так... Как только ты начал выигрывать... О, присоединился, все. Ты куда пропадал? У меня нет АУГа, но у меня есть СГ, допустим, я покупаю СГ, да? Это один выстрел без каски, и ты, ну, типа, голову и... Допустим. Чё-то мне сейчас вести стало, я его убиваю. Потому что нет рук, или АУГ, всё правильно. Ой, больно как. Да, купи калаш, вот и для приличия, купи калаш. Купить калаш? Ну, мне просто с АУГ очень сильно везёт. М-ку. Но он не сможет с калаша. А, блин. Все. Я тоже купил, допустим, СГ. Подбираю АУК. Эх, как же ты так промахнулся? Как я промазал? Блин, ты чё, АВП без скина? У него кровавый след остался на этом. Скин равно скилл, блин. Офигеть, я делал. О, у меня 16 тысяч, может быть, мне скар взять? Ого. Давай, если ты купил АВП, я выходи на двойные двери. Ух ты ж. Не матерись. А я, кстати, прикинь, челика. Нет, так нечестно, это я должен офигеть. Был быть. Это... И где он? Где он был только что? Из-за пинга ничего не получилось. Все честно. Блин. Типа смотри, вот берешь, короче, и тренируешься простреливать дверь. Даже между. Потому да. Что у меня даже. Вот я даже куплю ССД, я и то попробую. Это первый раз не прошло, вот и все. Давай второй. Вот я даже ССГ купил. Ну смотри, ну может я опять поставлю голову. Вот их тут нет. Короче. Ты скар мой не забрал случайно? Или ты с АВП дальше стал ходить? Но я просто не успел прицелиться. Ой-о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 й. На. Я вот тебе дал 72 ноускопом, понимаешь?
но не в голову, а видно. Ну, по факту я выиграл. Ну, как бы. Ну, ну вот какой я хитрюга. Он. По факту он всегда, Юра всегда выиграет, по факту. По факту, ну, ладно, шутка. Ну просто у меня SSG, ну что я сделал? Ну? SSG 08. Плохое оружие же. Осуждаю. Ай! Надо было выше стрелять. Вот хитро. Нет. Как? Ты ж попал вроде, нет? Ну, я говорю, почему пули сквозь него летят? Что? 84. Ты видел? У меня пули закончились. Да при чем тут пули? Видел максимацию? Да, это было вообще у меня как-то смог был. Во, офиген. Ты видела просто вслепую его? Да, я видел. Ладно, видел, мы да. Поменяемся и все спорно. Так, я покупаю. Террористы. Красный цвет у нас теперь. Севен и. Дезерт берем. Дезерт берем. Боже. Let's go, motherfucker. Как жаль, что бомба. А, мне достается бомба. Офигенно. Так. Во-первых. Ох, нифига ты. Я просто отлетел. Есть. Отброс. Ну, вам везет, конечно. Ой. Бомба у меня. Ой. Отлично. Блин, я броню не смог купить. Не, вас двое, я играю на расслабоне, поэтому... На расслабоне? Да. А зачем? Как я вот в ММ могу спокойно минус 3 сделать, когда я в напряге, я сосредоточен. Чё сосредоточен? Капилляры. Капилляры, я просто... У него хп не осталось почти. Не осталось? Не надо. Чего не надо? Ой, пойди, да. Это мне надо его учить. Ах! Вот же такие боты, конечно. Кто знал, что он выйдет оттуда? Ну, я, допустим. Ты знал, ну... Ну, конечно, ты знал, именно ты же и пошел, блин. А, ты еще и нарисовал какую-то фигатюру электрическую. Капитан очевидность. Заткнули рот бомбой. Вы еще не видели, как я сэмки хотел отдарю. Может, автомат Галили взять? Ладно. Мне, на лэке, когда играю, Леха, у меня, короче, это... Вот на некоторых двух позициях прям вот противники страдают, вот реально. Ладно, с тобой этот трюк не прокатил. К сожалению. Ну? Ладно. Ну, нет! Чего нет? Ну, а чё ты ну тогда говоришь? Ты забыл, что ли? Чего я забыл? Ну? А-а-а, господи. Давай еще раз. Ну он тут уже, ну, мне кажется, он тут не пойдет. Зачем мне рашить? Он не пойдет туда. Я бомбу выкину. Бомбу зачем ты выкинул? А, тебе. Я заберу, ладно. Фак! Терминатор, я просто. Блин, ты когда так прет? Я в голову почти попадал. Я говорю, от моемки все страдают. Я так и знал, три пули или нет. Дайте мне нормальную пушку. Чё мне дают, блин? Я даже броню купить теперь не могу. Денег нет, просто нормальных. Вообще непонятно, вот вы не выходите на 46 секунде. Что за бред? Как так можно играть? На 46-й.
Ну, четвертый мод, я не знаю. Ай, да как? Ну, обычно я тебя увидел, что тут сложного? Из первого выстрела. Да. Давай, давай, замочи его, пожалуйста. Ай, вот это было дерьмово. Блин, ну как это он делает? Может он удрал уже, пока ослепливалось. Ну точно, я говорю. Нет, это невозможно. Это возможно. Он удрал, пока тебя ослепливало. Знаешь, какой ОМ-ки урон, блин, ну, типа, нормально. Может новую взять? 38. Да, и что, по-моему, увеличили урон как-то, на самом деле. Капец, он не там, где я хотел. Как печально. Через мид? Ну, я случайно, я по привычке. Случайно. Тогда отдай нам эту победу. Вот страшно, где он пойдет. Если я бомбу не заложу вовремя, то это пипец будет. Нельзя проигрывать. Но такое возможно. Проиграешь, скорее всего. Да, посмотрим. Эх, как жалко, бомбы нету, блин. Он, скорее всего, бомбу пасет. Офигеть, я, конечно, что должен делать КТшник? Почему не в голову? Вот вас одно волнует, что пасет, а меня волнует... Я его там вообще не увидел. Я такой просто типа пикси стреляю, но попадаю в тело несколько раз. Ну такой бред. Я там просто тебя не увидел. Ладно. Я заметил. Это было очень хитро. Ну ты 10-10 уже. Классно, да. Это не хитро, это позиция. Как еще можно чекать шорт? Чекнул, спрятался. Ай, больно как. Блин, у меня так мало хп осталось. Папа, где все? Где вы? Мы на землю залегли, боимся. А ты тоже удрал, да? Хитрожопый какой, спрятался. Откуда я спрятался? Я просто на рандоме вышел. Тихо посидел там. Ты уверен, что он пойдет сюда? Я сейчас обойду. Ой. Он может прятаться, так что будь осторожен. Ой-ой-ой-ой, плохо дело. Откуда, блин? Голову, голову! Как же? Так хорошо везло в начале, почему сейчас не везет? Я опять не могу бронить. О, 441, знаешь, вот эта ошибка 444, надо будет еще 3 кп набить. 444. Да ёб... Опа! Метод один отвлекает, другой убивает, не сработал. Ну ладно, я не буду выходить на мид, вы можете на Б в принципе сходить, если хотите. Мы обычно против правил не играем.
вот с двух сторон. А, отлично. Мышка, Лёха, ты такой лаки. Я на тебя только навелся, у меня мышка это конца сейчас делает. Да, правда весь. Чел, я тебе могу переснять момент, ты увидишь, как у меня мышка застопилась. Ну и да. Что? Я-то тут при чём? Ну он, вот, лаки. У нас да, тоже лагало вначале, так что простите на всё. Ну просто я сейчас вот так вот сделаю. Как крыса? Нет. Так, игрок это не крыса, а так. Опа-на! Ах ты, скотина! Скотина. Да. Договорились там не ходить. Только он начал проигрывать, он сразу начал там ходить. А как первый раз. Ой, я случайно! Ладно, ладно. Это ничего, ух ты тварь, а. Ну, я случайно, правда. Да. Ладно, я не буду больше пикать, приходите сами. Я просто буду дома. Это что только что взорвалось? Дом твой. Угу, сейчас прям. Да не, зачем ты матернулся? Это было SSG. Я это не матерок. Ну, все равно запикать придется. Это. Пикать. Детский канал Максиманс. Прикончить его! Раз и навсегда! Это кринж или попал? Ой, Юрец, ты как блохи на спине, разъярённый в этой лисе. Я вообще спокойно. В отличие от некоторых. Вы так эмоционально реагируете, как будто у вас там ставка 1000. Мы, возможно, скоро будем против группы играть, возможно. Прикончить его! Раз и навсегда! Да что ж такое? Боже, чел. Он исчез? А, нет, он. Блин. Да боже, ну это так изи, ну что за. Скар берем. А, не скар, а альтернатива, точнее его. Скар, я тебе и так хочу поставлю. Да? Это же имба. Ну посмотрим. Негив мне не нужен в таком случае. Да блин, ну почему он оказывается все время не там, где я нахожусь? В смысле? Мы же договорились туда больше не ходить. Господи, не было. Какая-то скотина. Ой. Он еще и гранаты сзади, так бросает, дурак, офигенно. Сзади. Сзади. Сзади, как понять сзади? Ты же видел, откуда световая прилетела. Да, ну вот непонятно где. Он же через здание кидать может. Так что я не знаю, где он. Блин, мне страшно нафиг. Это я когда стал. Это я когда один на один. Ну скажем, он сейчас. Есть. Блин, я же говорю, один выстрел у меня нету, я же говорю, я даже бомбить не буду, это имба, чел. Ну и чё, это ж не я виноват. Если он нас убьет еще раз, то мы в беде. Я помолчу просто, я по идее должен почить, но я вообще не хочу почить. Зачем напрягаться? Let's go. Пойду за тобой. Он постоянно оказывается там, где ты почему-то. Это странно, но это действительно может быть так. Ой. Я есть! Выстрелил. Я выстрелил, чел. Я тоже выстреливал, и почему-то ты выигрывал. Да. Ладно, я промолчу просто, но.
Я рано, короче, да. Нет, поздно кинул эту зажигалку. Да выиграйте, мне все равно. Типа, я могу даже хоть с диглом бегать. То я привыкнул, я просто с диглом. Так, вот. Мы любим, но, когда не поддается никто. Ладно, пару гранат хотя бы я смело поставил. Давай ты первый. Ну вас двое, ну что за херня. А я ни разу не выстрелил в тебя. Одному хедшот, а второго подождать. Идеальная тактика. Одному хедшот, второму подождать, и все это идеально. Ой, щет! Так, я требую реванш. Ой, все, ребята, все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Нет, я требую один раунд, реванш, реально, пистолетку давайте. Не. Может, до восьми? А, ну, это слив. Ну да, у тебя слив. Ладно, окей, все, я пойду в ММ сыграю. Да. Я пойду сыграю в ММ и выиграю, мне без разницы. Ладно, короче, да. На сегодня вот все, такой вот был матч. Правда. Мы смогли Юрца победить. Всем спасибо за просмотр. Ну, да, все с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, спасибо ВКонтакте, всем пока.